Всем привет! Сегодня прилетел бета-ключик интересной игрушки. Floppy Knights называется. Папа и мама. Мама такая: кого тут трахнуть? Мне кажется, вот это какое-то новое веяние, что мамаша вот с такими вот мускулами. Вот это вот мама должна быть, а вот это папа. А это дочка, походу. Я вначале подумал, что это сын. Так, я не буду диалоги читать. Давайте посмотрим геймплей. Что вообще предлагают. Рисовка, в принципе, достаточно приятная. Чем-то вспоминается молодость, когда такие игрушки были распространены. Что-то у нее наподобие геймбоя. Руки нету. Бедная девочка. Так. Пошел геймплей. Так. Так, этого надо убить. Так, жизнь, я так понимаю, атака и длина туда, куда мы можем пойти. А это, скорее всего, дистанция удара, наверное. Так, ну давайте. В общем, я насколько понял, вот это вот у нас получается опять, это у нас возможность ходов, то есть вот по передвижению затрачиваем единичку, типа батареечки такая. Вот, какие-то другие карты, вот тут написано, сколько он тратится. То есть у нас, в принципе, можно 5 раз походить. Ну, все понятно. В принципе, идет типа пошаговость. У вас 5 этих батареек, которые вы можете использовать. И атака. Когда меч светится, значит, у вас заряжена атака, вы можете подойти и один раз ударить. Ну, опять же, вот идут вот эти какие-то инди-игрушки. Очень много их идет. Я так понимаю, поскольку они достаточно легки в разработке, их идет много, как бы показывается какая-то задумка разработчиков. Очень длинные диалоги, наверное, какой-то есть сюжет, но даже попытались сделать анимацию. Так. Я так понимаю, у нас какие-то усиления идут от того, откуда мы будем бить. С гор, я так понимаю, они непроходимы. Если мы бьем с леса, у нас лес дают один амбар. Это повторная атака получается. Не осталось ходов, поэтому завершаем. Ну, достаточно интересная игрушка на самом деле. Такая слегка своеобразная.
раз два раза ударим. Получается. Музыка, конечно. Можно, в принципе, отключать сразу. Абсолютно неинтересно. Хотя что-то в ней есть, наверное. У нас не осталось никакого движения. Ого. Не убил. Ну, в принципе, достаточно легко. Первый уровень, ну, как всегда, любой игрушки. Много-много диалогов. У меня очень странно фильтры как-то работают. У меня то они полностью отфильтровывают все клики мыши, то не сильно отфильтровывают. Не понимаю принцип работы, хотя настроено все достаточно четко. У меня куча фильтров. Надо даже резать из-за этого голос, но, к сожалению, очень слышно городские всякие шумы. Есть машин, я в центре живу, и очень сложно это все воспринимать. Постоянно машины то бикают, то газуют, то... В общем, не совсем это комфортно. Я думаю, вам слушать, поэтому лучше немножко поболеть, если у меня голос там чуть-чуть металлический прозвучит, нежели постоянно слышать бибики и громкую музыку проезжающих автомобилей. У меня просто ситуация у многих, я так понимаю, стримеров, наоборот, высокие тона, а у меня наоборот низкие. В низких тонах как раз таки и находится шумовой фон. Поэтому очень сложно поймать. Я постоянно очень мучаюсь и чуть ли не каждый раз перед записью заново настраиваю этот нижний порог. Через воду как-то сложнее. Ой-ой-ой, сейчас, по-моему, нас убьют. А, яд подействовал, он сам умер. Сейчас будем через клетку стрелять. Это надо было сразу сделать. Ну да ладно, ничего страшного. Я так понимаю, все равно за следующий ход мы это все выиграем. Нам самое главное уничтожить этот радар.
уже могу сказать первое впечатление, поскольку она только начинается, так понимаю, будет очень много всяких этих вот персонажей играть. Да, игра достаточно тактически, может быть, очень грамотно развита, посмотрим. Потихоньку дают новые карты. Я, в принципе, люблю такие вот рогалики. А мы заново, что ли? Мы что-то не так сделали или что? Что случилось? Или я случайно... повторно на него опять нажал. Ладно. О, такая же девочка, походу, с таким же компьютером, только какой-то более дерзкий. А что же, не сильно отстает. Честно, даже нет сил это все читать. У меня уже что-то получается. Их очень много. Ну, вы знаете, достаточно прикольная, наверное, игрушка с каким-то своим обаянием, что ли. Ну, что-то в ней есть. Посмотрим, что дальше будет. Я так понимаю, все-таки на более поздних уровнях будет более разнообразный геймплей. Практически одним героем все и убил. Но опять же, они, наверное, самые простые. Возможно, потом будет гораздо все это сложнее. Естественно, получим, скорее всего, удар от этого. У нас уже не хватает очков хода. Батарейки сели. В принципе, надо просто всех убить. Ну, как раз сейчас это и сделаем. Ну все. И вот уже интересно, смотрите, на три хода бьет, два раза ходит и на четыре удар.
три жизни. Так, стоп. Насколько я... Подождите. Мы вот это вот не увидели. Я что-то тогда пропустил сразу. А, вот у нас еще какой-то чувачок добавился. 9 жизней. Ария атака, ДД, касту джис. Так, молча. Какие-то дополнительные карты. Смотрим, как это все будет работать. Так, мы все взяли. О, есть даже покупки. Давайте купим. Бабки не проблема. Добавим. Да, ты также собираешь колоду, в принципе, себе. Из того, что хочешь. Не очень мне нравится, особенно на заданиях, я так понимаю, где не умереть, его будут с первого хода сносить. Я думаю, мы справимся с тем, что есть. Так, нужно два раза на два хода продаж, типа захвата флага. То есть, я так понимаю, пройти своим юнитом и два хода здесь оставаться. Либо уничтожить всех врагов. Ага, и можно захватить вот этот компьютер, чтобы... Ну, так вы можете размещать здесь, а так получится размещать здесь. И как раз видите, задание не потерять ни одного юнита. Так, у нас вот этот сильно, по-моему, бьет. 4 на 4 удара, на 1. Этих не страшно, а вот это надо сносить в первую очередь. Но он до нас не достает, давайте усилимся. А в принципе, мы сможем атаковать? Сможем. А вот дойти не сможем. Нет, тогда пропустим. Будем играть аккуратнее, постараемся выполнить задание, не, никого не потерять. Это не страшно. Нет, конечно, если бы они все сразу навалились, было бы очень плохо. Плюс эта штучка постоянно каждый ход добавляет кого-то. Сколько на 2? На 2 такой, да? Ну, по большому счету. Ну, подождем. Есть момент тактики, причем достаточно интересный момент. Я думаю, мы, когда наплодим своих чувачков, мы сможем конкурировать вот с этим вот постоянным появлением. Не так страшно, в принципе, это все.
А, вот так вот, то есть мы усиливаем. За счет этой карты мы усиливаем какую-то карту в руке. Ну, зря мы сделали, но проверить чисто. Так, а у нас не сильно все хорошо на самом деле. Давайте попробуем так. Ой. Ой-ой-ой. Так. А он нас сейчас убьет. А, не убьют. Было близко. Я постоянно не в той последовательности использую. Блин, а нас, нам сейчас убьют юнита. Так, теперь вопрос. Пойдет ли он туда и будет добивать, либо начнет атаковать ближайшего? Ага, ну, не страшно. Это не страшно. Я немножко пугаюсь, что их так много. У меня была мысль, что все-таки... Вот эта карта, она немножко останется, то есть, что мы ее проапгрейдили. Так, ну, в принципе, мы можем подойти вот так вот. Мы можем подойти вот этим товарищам. Так, еще раз посмотрим клетки. Упс. А, нет, вот так есть тут. А, не хватает. Ладно. Слушайте, новый вечерок можно скоротать за эту игрушку однозначно. Опять же, это бета всего лишь, возможно, какие-то баги. Может быть, это будет какой-то более интересный сюжет. Это такое экстренное спасение, ну, в принципе, достаточно играбельное, наверное. Так, а смогу ли я два раза ударить? Не смогу, значит, я буду получать. Либо вот этого подставить на три удара. Вот этого нужно подводить. Опа. Интересно. Но опять же, мы хотим
В принципе, выиграть гораздо проще было бы, но мы не хотим потерять никого, поэтому немножко играем чуть-чуть аккуратнее. Возможно, это будет чуть-чуть дольше. Просто хочется получить все зеленые галочки. Так. Давайте бомбера зарядим. У нас на плюс 5 будет бить. Подведем его. Я же правильно понимаю, что отсюда... Я неправильно понял. И отсюда он не достает. Да что такое? Ой-ой-ой. Так, ребятки, у нас все плохо. По-моему, не получится не потерять. Хотя... Ух ты! А чувак-то неплох. Он сразу всех бьет. Представляете? Как раз его окружают, его подхиливаешь, но не убьют. Надеюсь, это сработает. Ой-ой-ой, только не... Скажу, что не того стрельнул. Так, тут кто-то появится, нет? Так, регеним этому, либо этому. Ребят. А как мне подойти? А вот так вот. Восстановим этому. Ударим на 3. Этого отзовем, чтобы не убили. Бомбера оставим чисто для того, чтобы вот отсюда появляющиеся, вот их убивать. Так, в принципе, работает. Так, этот нас убьет. Давайте тогда, наверное, почилим. Один ход. Не при генку? Сейчас его убьем и по идее выиграем. Правильно понимаю? Да, с победой. Причем Вера 7 жизней, 2 атака, 4 скорость. Восстанавливает 1 хп. Ну, неплохо. Закончили эпизод, получается. Все с зелеными галочками. Интересно, это вот в бете вот это все можно проходить. Ага, это лидер, да? Командир.
То есть, получается, у нас есть теперь тактическая немножко составляющая в плане того, что мы играем от регена, либо мы играем от урона. И если можете заметить, что у каждого из юнита есть свои специальные карты, которые они добавляют в руку, когда, ими, когда разыгрываешь ту или иную карту. Попробую ей по чуть-чуть поиграть. Так, ну подытожим. В принципе, игрушка достаточно симпатичная, неплохо нарисована, чем-то начинает веять вот этими 2000-ми началом. Музыка тоже оттуда, вот эта вот битная, я так бы сказал, навеивает 2000-ми. Для кого-то это может быть не сильно ностальгические моменты, может быть, кто-то только родился и еще пешком под стол ходил. Вот. А для кого-то прям на вечерок можно и засесть. Но опять же, скорее всего, это будет какой-то порт и, возможно, будет доступно на мобильных устройствах. В любом случае, это только бетка. Поиграть можно, но чтобы прям сильно что-то тут делать, я бы не сказал. Увидимся в следующем ролике. Удачи!